Следователи в Югре проверяют информацию о вопиющем случае, который произошел в одном из магазинов крупной розничной сети. Там сотрудники заподозрили, что один из подростков что-то украл в торговом зале и не придумали ничего лучше, как закрыть мальчика в камере охлаждения, где тот дожидался приезда полиции. Видеозапись была опубликована на портале местных СМИ. На кадрах, которые предположительно снимал сам юноша, видно, что вокруг стоят коробки с замороженной продукцией, изо рта идет характерный для низкой температуры пар. Сколько времени подросток провел в этом отсеке, не уточняется. Ходи, садись на ящики, жди. Вы задолбали уже ходить? А что, караулить его, что ли? Хоть там сидит. Пусть сидит, греется. Зачем вы ходите? Родители мальчика, как отмечается в СМИ, подчеркнули, что полиция так и не выявила факта кражи. Следователи намерены опросить персонал магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев случившегося.